Сотни жителей и гостей столицы собрались на площади Свободы у главной елки страны. Отовсюду доносятся рождественские мелодии. Люди поздравляют друг друга с наступающим праздником. Кажется, что даже воздух здесь пропитан волшебством и ожиданием чуда. Здесь, на площади Свободы у главной елки страны, царит по-настоящему праздничная атмосфера. У жителей и гостей столицы есть прекрасная возможность отдохнуть на различных тематических площадках. Кроме того, здесь организована концертная программа. Вся площадь украшена красочными светящимися декорациями в виде луны, звезд и сказочных животных, что особенно радует самых маленьких участников праздника. Кроме того, на детской площадке у елки детей развлекают аниматоры. Мне нравится елка здесь красивая. А что еще тебе здесь нравится? Мне тут нравится, где тут есть напитки, где тут можно покушать. Мне тут больше всего большая елка понравилась. Мне нравится очень елка, вообще очень красиво тут. Очень хорошо, весело, очень красиво все. А что больше всего понравилось на площадке здесь? Детские развлекательные всякие горочки, качельки. Скажи «да». Да. Самым настоящим сюрпризом для киноманов стал кинотеатр, организованный прямо под открытым небом. Каждый вечер до 7 января здесь будут транслировать новогодние фильмы и мультфильмы. Эй, ты положил осевой адаптер? Нет, не было времени. Ну и как я буду влиться на Францию? Отрастишь бородку? Воздух также пропитан запахом шоколада и сладостей, который доносится из маленьких выстроенных здесь будочек. Чтобы выпить ароматный кофе, тут выстроилась очередь. С наступающим вас всех Новым годом! Праздник набирает обороты, уже весело, уже людей много, я думаю, будет еще больше. Я надеюсь, что администрация в этом году сможет порадовать людей, и все будут довольны и счастливы. Что она взяла, что она прочитала? Очень много света, можно везде фотографироваться, очень нравится, впечатлений много. В этом году, конечно, очень-очень красиво все оформили, и вот эти маленькие кафешки, и лавочки, новые фонарики. Йога вообще огонь в этом году, нам очень нравится. Праздничная церемония открытия новогодней площадки организована при поддержке столичной администрации. Всех с наступающим. Вот праздник уже начался. Администрация города открывает сегодня праздничные мероприятия. Сегодня непосредственно открывает управление культуры администрации города Сухум. Все развлекательные моменты для детей мы предусмотрели. Помимо различных развлекательных площадок, 30 декабря здесь откроют каток. Жителей и гостей столицы ждет еще немало сюрпризов. На площади Свободы новогодние мероприятия будут проводиться до 7 января. Гугуца Вардания, Алексея Бухава, Абхазское телевидение.